я бы не сказал, что сильно крутые склоны. Здесь и мне можно попробовать покататься, хотя я с горок уже давно не катался. Так, смотри, домой поехали. Следующий наш. И специально лыжи. А вот сейчас на тот сядем. Да. Это надо. Давай, архыз, туристическая. Молодая, старичка, да, часто там. Рекреационный комплекс. Садитесь, мой следующий. Тридцать третий наш номер. Заходи. Садись. А давай я сюда тоже с тобой сяду. Все, вниз едем. Сильно крутые спуски здесь? Нет. Ну, я тоже посмотрю. Да я уже с горок, наверное. На лыжах я со Ставрополя. На лыжах я по парку хожу, когда снег у нас есть. На беговых? На беговых, да. Тогда очень быстро встанете на лыжах. Не, ну я-то катался, я всегда на лыжах катался. Ну же, снега там нифига нет. Да и здесь внизу тоже нет. Ух ты! А? О! Страшно. Сначала на учебном склоне, а потом уже на основной. Ну да. Я вообще думаю, надо просто купить лыжи свои, чтобы были, да и все. Сначала научиться покататься, а потом определиться, какие вам. Прокат взять, какие взять. Подойдут, да? Нужно купить ботинки свои для начала. Которые под вашу голову будут. Четко. Не, ну на беговые там уже другие ботинки, наверное. Там же крепления другие уже. А лыжи здесь брать за пол, за пол. Ну, я зашел, спросил 500 рублей, да? Прокат 500 рублей. Я говорю, в Сарапле живу, ну отец когда-то лет 5 мне было, сюда привез. Человек, это же в советское время было, было. От предприятия везде ж возили. Соберутся да поехали. А потом я в 16 году мы осенью сюда приезжали. Да я обалдел. Горы, эти пики такие в снегу. Рядом живу, нигде не бываю. Ну да, практически. Да по комбинводам я часто ездил. Соседи. А вот в Архизе часто бываю. В Архизе все равно потеплее, мне кажется. Не кажется, а так оно и есть. Так оно и есть, наверное. Там вот в это время снега вот в лесу, там тут нет. Только на трассе. И только из пушек. Ну да, с пушек, да, скорее всего. А рядом вот нет снега. Погодь, что там мы в ноябре или когда поехали, там вообще снега нет. Или в декабре мы ездили, не помню. В Нижний приехали, вообще в майке ходил к этому. К лику Христа поднялся, вообще жарко, обалдеть. Туда приехали, ну там да, там холодно, но снега нет на склонах. А мы здесь в ноябре уже катаемся. Прям до самого низа был снег. А здесь тоже трасса есть, да, низа, да? Лесная трасса. Короче, надо зимний курорт открывать это. Вам надо свои ботиночки взять. Если вы катаетесь на беговых, вы очень быстро встанете на параллельные лыжи. Да я беговые купил.
Три раза поехал, три раза упал. Я вот сколько не учил тех, кто после беговых. Угу. Буквально час, максимум два ему хватает, чтобы он уже сам на параллельных катался сверху. Очень быстро учится. Много особо не надо. Не страшно второй раз? Еще хочешь? Еще? Ну, хотели туда еще все билет взять на второй подъем. А там, он же боится, да? Там холодно еще. А хотя да сегодня холодно. Не так холодно. Ну, 40 или 15 градусов сегодня. Я уезжал, я где-то... 15? Да, я где-то уезжал в начале, 11-го я поехал. Угощайся. Бери, пожалуйста. Не... Берите. Бери, бери. Берите. Бери, целая, угощай. Спасибо, скажи. На здоровье. Что там? А, ну да, уже. Уже, да. Поселок. Угу. А тут дождик, да? Здесь дождь, да. Мы поднимались, дождь. Потом чуть выше снег уже пошел. А утром какой дождь был? Ливень. Утром дождь, ливень был. Что-то, я не знаю, часа в три у нас. Там ниточку отрвете, а ну там этот будет, узелочек будет. И постоянно за зубом так. А, он че? А я не люблю эти вещи. Попробовал, не понравилось. Чучхела? Чучхела. Это на море постоянно ж ходят, их продают. Попробовал, не понравилось. По пляжу. Раки вареные. А сейчас этих пацанов не видно, студентов чернокожих. То раньше постоянно ходили, сейчас что-то не видно. Не, не здесь, на море. А, там? Да. И фотографии. И в Лазаревке что-то. Я не последний видел. Раз в Геленджике, кажется, видел. В Джубте тоже их видел. Ну, раньше даже тут видел. Вот в том Крест, году, там, в том году я ездил, что-то ни одного не видел. Да, да. Здесь окошко открывается. Угу. Лес посмотреть. Горы. Здесь отсюда видно уже. Они мы подлёгнем. Сейчас отлично. С левой ноги, на левой ноге стоит. Не торопись, спокойно. Два коротких, один длинный. Раз. Да, с небом сливаются. Не поймешь, где вершина кончается. Вершины не видно. А воздух здесь какой? Мы то были здесь, поехал на машине, засыпаю и все. Чистейший воздух, конечно. Да. Работай потихонечку, короткий поворот. Раз, два. Еще. Вот умница. Вот такие тюлени. Вот. Не торопись. Свободно. На левой сидишочке. Вот она откуда идет. О, а здесь одноместные идут, да? Угу. Здесь одноместные, да. Дальше идет место. Ага, потом я смотрел, 4-6. Ну, горная река. Ну, вот здесь Маш, надо было машину поставить. Подъехал один, заходит. Фан такой. Наверное, празднует праздник. 200 рублей, говорит, давай. Ну просто тоже вот такая стоя. Я здесь хозяин. Или сейчас найду, где поставить машину. Подключают. Так, ну практически приехали уже. Thank you.
понравилось? Еще, еще. А ты не хотела, боялась. Летом вот на кресельной попробуем с тобой покататься. Ой. И вам удачи. Приятные ребята. Пока спускались, поговорились. И сколько мы спускались? Недолго, наверное, минут 5. Просто влажность, сырости больше. Светящиеся футболки. Ну, здесь тоже башунь сувенира. Вот это не хотела в Донбай. Еще поедем. Еще поедем, правильно. Еще. Надо ездить. Здесь сувениры наши. Не знаю, говорят, что здесь не очень хорошо, вкусно готовят. Несколько блогов я смотрел о Донбайе, правда, в том году смотрел, или даже позапрошлом. Ну, я знаю, где вкусно кормят, в Тибердье, кафе там такое, около Тибердинского заповедника. Ну, в том году там останавливались, хычины там брали, ой, порция очень большая. И вкусно было. Мы сейчас или здесь где-нибудь перекусим, или уже точно уже, скорее всего, остановимся в Тибердье. Вот, пошли фуникулеры. Стоянки везде. Сейчас на рынок зайдем. Ты будешь сидеть что-нибудь покупать или нет? Или уже всего полно, уже ничего не хочешь? Вот рынок крытый. Ну что здесь покупать? Все у нас есть. Вот. Кустарные изделия здесь, мед, травы, грибы, все. Ну грибы. Если кто мои блоги смотрел, то знает, что... Можно пройти? А вы кушаете? Приятного аппетита! С праздником вас! С праздником! Это специи здесь машины продают. Носочки уже. А почем носочки? Почем у нас? 150. 150. Ну, уже зима кончилась уже. В принципе, цена везде одинакова. В Пятигорске тогда на Рождество ездили, покупали, тоже 150 рублей стоит. Сувениры, магнитики. Ой, уже ничего не хочу не покупать. Ни магниты, ничего. Уже весь холодильник облеплен. Смотри, шапка как у тебя. Почти такая же. Не такая, но почти такая. Видишь?
А мы что же где-то здесь с тобой покупали эту шапочку. Это вот для бани, видишь. Ой, шкуры, гля. Как у нас шкура в машине. Да нет. В машине, говорю, такая у нас точно. А почем они вообще? От тысячи, ага. У меня просто аллергия на шерсть. Дома на диванчике лежала, а потом... Короче, аллергия началась, и я ее в машину постелил на заднее сиденье. Шубы, шапочки. Так, ну на этом рынок у нас закончился, да? А почем папахи, а? Папахи 600. 600, да? У нас теплая, вот это вообще обалденно. Очень да? Красивая, 700 рублей. Можно померить? Конечно. Ну, на, подержи, Маш. Нравится папка тебе. Вот такая поменьше есть. Размером? Размером мало его. Я все к вам приеду. Зима уже кончилась. А вот тут другая койрица. А пояса сколько стоит? За 200 рублей. А эти чуть поменьше, да? Да, только и папахи не замерзли. Ну, чуть горы начали проясняться. Кстати, чуть посветлело, чуть потеплело. Это экскурсионные автобусы. Вот, поездки на море. Турфирма «Прометей». Вот, видишь, куда мы поднимались, Машуня? Магниты, ой, не хочу я их брать, Маш, их столько уже понабрали. А мед ты знаешь, я предпочитаю брать их непосредственно у продавца, который собирает этот мед. Вернее, улики вывозят. В горах. Здесь продажа, здесь неизвестно, что может быть. Один раз я такой мед взял, но тем мне не понравилось. Вертикаль, есть места. Нет, экскурсии разные. Снегоходные, квадроциклы, джипинг, конные прогулки. О, термальные источники есть. Нормально. Везде термальные источники. Там тоже кафе, видишь? Везде кафе, везде покушать можно. Вот экскурсия. Слушай, я вот прочитал термальные источники. А где, недалеко здесь находится? Далеко. Далеко, да? Ну, в смысле, далеко, на целый день экскурсия будет. Включается еще в это, как, термальные источники, а назад будем ехать, заедем на форелевое хозяйство. Ну, не, я сам на машине со Ставрополя. Ну, черкесски тогда езжать. Казминки лучше, в Казминском лучше. А? В Казминском лучше у нас. Может быть, давай, да. Не, от города 80 километров всего. Да, и тем более, там, тем более. Ну все равно другие хотелось попробовать, какие другие. Смотрите, в сторону Пятигорска, Суворовка. Был я там.
Кавказское село. А, в Кавказ, да, я видел там. Да, не, я там не был, но видел. Я хочу там попробовать что-то. Да, их много, и в Краснодарском полно. Да. Ага, спасибо. Сегодня праздник. Женский праздник. Вот везде знаки эвакуации. Кафе. Не потерять. Шурпа, лагман, чанаки, харчо, солянка, тучина, манты, шашлык, форель, сенга, люля, кебаб, мороженое, литвин, коктейль, пиво, соки, кофе, чай, овощи на мангале. Приятные цены. Самое главное. Живое карачаевское пиво. Ну, чуть горы становятся видны, машины. Вот. На этом наша поездка заканчивается. Кафе теперь, да? Всех приятных просмотров. Сейчас будем уже собираться домой. Здесь воздух еще, конечно, лучше, чем в Тиберге. Вот горы. Горы видны. Никелеры поднимают. Скоро выборы. Замучились этими выборами? Каждый день. По телевизору. Наша страна, наш президент, наш выбор.